Готовим бутерброд Монте-Кристо. Сложить ломтики хлеба, чтобы срезать корочку. Я режу, складывая ломтики, но вы можете разрезать их по одному. Намазать клубничный джем на хлеб. Затем положите на него ломтик сыра чеддер. Затем положите сверху тонко нарезанную ветчину. Так как ветчина тонкая, я кладу 2 ломтика. Можно положить столько, сколько вам нравится. Положить сверху кусочек сыра чеддер. Намазать клубничное варенье на другой кусок хлеба. Положите его на бутерброд кремом вниз. Затем положите клубничное варенье на другую сторону ломтика. Еще один кусок сыра чеддер. Еще 2 ломтика ветчины.
И еще один ломтик сыра чеддер. Положить клубничное варенье на другой кусок хлеба. После этого один бутерброд готов. Выключаем конфорку и поставим на слабую. Наливаем немного растительного масла на сковороду. Запекаем и края. Не забываем повернуть его, чтобы приготовить равномерно. Это выглядит вкусно. Когда почти все стороны приготовлены, добавляем сливочного масла для придания аромата. Теперь надо вынуть его и немного остудить. Если разрезать в горячем виде, сыр расплавится и форма не будет красивой. Сэндвич Монте-Кристо – это ультрасовременное искусство. Вуаля! Это красиво и аппетитно. Теперь пришло время попробовать. Ням-ням! Это очень вкусно! Спасибо за просмотр! Приятного вам аппетита! Пожалуйста! Не забывайте подписываться и поставить лайк.
И все.